каток на КП2, на снежинке, так называемый, оборудован на ручье. Тут с этим можно взять прокат. Катаются довольно большой круг. Даже сегодня не очень много, не знаю почему. Они обычно вечером приезжают, как я понял. Коньки стоят 50 рублей в час. Коньки лыжи, здесь можно взять прокат. И музыка играет, здесь все не слышно. Вот я в этом месте стою, здесь все не слышно. Лыжники ходят всякие, вот. Лыжницы. Любимое место бурманчан. Какая девочка быстро мчит. Две девочки. Так, уже потемнело совсем. Смотрите, как красиво смотрится. Раньше был просто ручей. Снегу. Сейчас вот. Никак тут трескость. Видно, не видно. Так что приезжайте. Автобус сюда ходит. Бесплатный, 31-й. Расписание есть в интернете. Я сейчас на лыжах. 15 километров пробежал. Еще хочу. Крючок сделать и домой.